самый вот, большой. Вот, молодец, человек. Самый большой человек. Ну что, вы присаживайтесь. Вы где? Да вы вот здесь, краешку, с краешку. Присаживайтесь. А вы вот, Валерий Николаевич, проходите туда на диване. Любишь на диване, я здесь, знаю. Ну, давай. Вот, это можно. Ну, это вот хорошо, это у вас внуки. Внуки, да. Внуки. Замечательно, замечательно. Что, бассейн, можно? Когда пришли, какие впечатления у вас, когда зашли? Я как будто в новую квартиру вошла. Я не узнаю. Присаживайтесь. Мальчика подвесь, пожалуйста. Это очень важно, чтобы... Мальчик, чуть назад. Те волнения, которые были, стресс, он немножко... Постепенно ушел в сторону, а вот самое лучшее, что сегодня да, как рядом с вами. Время все шеи живы-здоровы, внуки, да, родственники. Да. Вот это самое главное. Да? Да, все меня... остальное поправимо. Поправимо. Пускай да, это большая да, работа, затратная работа, но она поправима. Это самое главное. Ну, видите, как у вас теперь уютно стало, да? За чашкой чая, сколько да, такая да, большая семья, и мы вас, Валерий Николаевич, в гости еще напросились, поэтому бывает. Как я говорю, Степ, говорю, вот видишь, какая у тебя большая семья, говорю, все помогали, говорю. Да, теперь жизнь. Тебе в такой красоте нужно до 100 лет жить. Вот, здоровья правильно. Тебе. Правильно. Это и самое главное. Ну, давайте, масленица, что же вы по блинчику-то, молодежь. Степа, ты будешь? Давайте по блинчику. Блинчик будешь? Вот. Берите, 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 можно тебе кушать тебе уже. Вот. Вот чай у тебя с чем? С сахаром, с чаем. А, блинчики с чем? Ну, с чем есть? С творогом кушать, с творогом. С творогом, ну, ты же любишь.